экзамен, и мы их принимаем в правоверные, замечательные студийцы, и зовем мы их искрята. Итак, вы готовы? Ладошки на месте, и мы открываем нашу сцену. Ой, какие слабенькие ладошки! Давайте туда! Ну что ж, на сцене перед вами хор первых классов, хор мальчиков и хор девочек. И, конечно, мы хотим пригласить на эту сцену нашего художественного руководителя с хоровой студии «Искры», заслуженного работника культуры Российской Федерации Владимира Алексеевича Комарова. Здравствуйте, ребята! Добрый вечер, господа родители, уважаемые родители, педагоги, все участники сегодняшнего праздника. Сегодня нам исполняется... А вы готовы? Да! Ничья! А теперь можно я скажу слово? Вот ваши дети, давайте договорим сейчас первый и последний раз. Потому что мы же весы, вы можете кричать «Вис! Браво!» Это значит, вам так понравилось, что вы еще хотите нас послушать. А дети больше ваши никогда кричать не будут, потому что они этим сливают голоса. И еще, вот сейчас давайте каждый родитель помашет вот так своему ребеночку. И это будет последний раз, это первый концерт, это последний раз. Больше вы так делать не будете, и дети никогда, только ручки по швам. Вот встали на сцену ваши детки ручки по швам, за исключением тех песенок, когда педагоги вам просят и проучат какие-то специальные движения следующие. Еще раз помашем деткам, а детки не машут. Это последний ваш раз. Вы сейчас постарались, и об этом теперь больше забыли навсегда. Спасибо. Руки тоже пошла. Итак, первое выступление у нас начинает хор мальчиков. Художественный руководитель, почетный педагог общего образования Елена Воробьева. Хормейстер хора мальчика Марина Тарасова. Концертмейстер, почетный работник общего образования Александр Филатов. Латвийская народная песня «А я жужу». Должны накормить детей. Накормить мясо, курица, да?
ни сладкий пирог накормить. И с собой дать, если вот сегодня концерт здесь у нас такой простой, а если концерт в капелле, вы знаете, у вас сейчас репетиция, потом будет свободное время, вы всегда даете пакетик, в котором маленький перекус. Яблоко не целиком, а нарезанное. Вы даете детям яблоко целиком, ему не съесть. А нарезанные кусочки, четвертиночки, он быстренько положит в ротик. Банан, водичку. И перед выходом из дома, даже если он не хочет, вы должны так рассчитать, что он должен покушать. Понимаете? Потому что у детей ситуация стрессовая. Они все стараются, у них первый раз. Они волнуются, а еще жарко. И научить ребенка, если тебе становится как-то не так, ну вот что-то такое нехорошо, сядь прямо на сцене. Понятно? Потому что будет хуже, если он солдатик развалится. Хорошо? Если мы видим, мы всегда сажаем, но мы же иногда можем не увидеть, что кому-то не так хорошо. Правда? Продолжаем концерт. Журавли. Заболяй и заболяй.
продолжаем осеннюю тематику. Композитор Иванников «Осенняя сказка». Понравилось и мальчиков, и девочек. А девочки своим последним произведением нас подготовили к довольно волнительному моменту, к экзамену. Мальчики, когда девочки пели гамму, вы, наверное, повторили до, ре, ми, да? Повторили? Хорошо. Ну что ж, спели вы чудесно, но мы продолжаем. Чтобы стать настоящим искровцем, нужно сдать необычный музыкальный экзамен. Надеюсь, вы готовы? А мальчики? Ну что ж, Владимир Алексеевич, прошу, ваш выход и экзамен. Для студийцев вы должны принять клятву. А что такое клятва, вы знаете? Да! Кто мне скажет? Это такое обещание. Замечательно, лучше не скажешь, да, это обещание, да? Ну, в конце каждой фразы, вы смотрите, какая у нас грамота. Она очень старинная, но если студии 50 лет, то ей, наверное, еще больше. В древние времена произносили замечательные слова клятвы. По руке Владимира Алексеевича мы будем с вами говорить «клянусь». Готовы? Это клятва шуточная, но я сейчас еще пошучу. Кто у вас самый умный и умеет читать? Руки вверх. Прекрасно. Когда вот я самую маленькую девушку спрашиваю, что это за буква? Грамота не по-русски написана. Вот в чем дело. Как тут ее читать-то теперь? Буквы-то не знают. Раньше так «ше» писали. Ну хорошо, все. Теперь приготовьтесь, будьте внимательны, потому что я вам читаю, а вы запоминаете на всю оставшуюся жизнь. Грамота заветная.
Раз собрались юные отроки, это вы, ясны соколы и белые лебеди, это вы, ничего еще не умеющие, но горящие желанием научитесь. Вот пошли они дружную стайкой у ДТЮ, что на Ленской улице, и раскрылись перед ними дороженьки в коллективы хорошие, славные. А про дружков не валяти, палат каменных по камушкам не разбирайте. И в палатах сих в игрище заморское, что в народе футболом прозвано, не играйте. Да скамьи дубовые не ломайте. А еще наши отроки юные, есть у нас в искре слово заветное, слово правдою да не кривдою писано. Да и молвит оно о послушании, коль собрались вы все дружную хоровую на вече славное, чтоб послушать наставника мудрого. Уговор наш запомнить надобно, и исполнить его надо со всею строгостью. А закон сей для всех един. Все молчат, коль глаголит один. Эй, еси вы, любезные отроки, ох, запомните вы крепко-накрепко слова клятвы той мудрую искровскую и храните заветы надолго. Клянусь, клянусь, клянусь! Теперь мы стали другими, а вы? Ну что ж, я надеюсь, что через 10 лет вы вспомните слова этой клятва, да, как раз нам будет уже 60, а вы еще останетесь с нами, надеюсь. Ну что ж, клятву мы приняли, да? Да! Экзамен сдали? Да! Песенки спели? Да! Ну а чтобы быть одним единым коллективом, нам нужна общая песня. Есть у вас такая?